И всем советам привет, с вами Сова, и продолжаем мы играть, ребята, в Rust. Я так думаю, мы для начала перестроим домик, потому что я здесь жить не хочу. Так, ребята, мы прописали кидели. Так, это можно выкинуть. Лук, в принципе, пускай остается. А вот эта хрень выбрасывается. Так, ребята, я взял с собой немножечко ресурсов, и теперь мы идем строить домик. Бежим, 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 и пойдем вот на ту поляночку. Так, думаю, сейчас переплывем. Просто я не хочу тут жить. Там парень, короче, у парня ситхом стоит прям в этом доме. Ну, так что я перехотел там жить, и сейчас построим себе домик новый. Не знаю, может быть, по принципу помню сделаем, не знаю, посмотрим. В общем, какой-нибудь домик да и сделаем. Для начала, для ресурсов. Так, погнали. Вот так. Фундаменты. Вот так вот. Все, зашибись, зашибись. Так. Ой, я думаю, вот так сейчас. Вот так, вот так. Сойдет. В принципе, сразу закроем. Так, 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 так. Вот. Сюда вот поставим окошки. Сюда дверной проем. Так. Скрафтим шкафчик. Поставим его вот сюда сразу. Так, и так, и так. Кстати, ребята, я забыл сказать вам, давайте заходите на сервак. Я хочу сделать себе клан. И заодно вместе как раз поиграем. Заходите, не стесняйтесь, я буду рад, и создадим клан как раз. Так, а тем временем давайте поднимем как раз этот сервер еще. Все норм должно быть. Так, я не взял с собой ресурсы, вообще вот прям вообще никакие. Это очень плохо. Так, где проверим. Еще. Вот так вот. Так, ставим. Все нормально. Ставим сюда теперь спальничек. Именно туда вот. Пошли обратно домой. Нужно обратно в дом идти. Бежим в тот домик. Возьмем металла. Эй. Давай, давай, давай. Ну, вставай. Все нормально. Потратились немного и получили себе дополнительный мостик. Так. Тут у меня развели плантацию кукурузы. На всякий случай этот домик лучше ремонтный. Серьезно. Вот так вот. Ботинки. Безволка. Так. Я думаю, сразу лучше ресурсы эти возьмем. Так, вот так. Вот так. Здесь стакуется. Не стакуется. Здесь пока что выложим. Металл. И вот эта вот вещь. Больше отсюда мне пока что брать нечего. Так. Теперь пошлите на ту дом. Возьмем себе что-нибудь, построим. Как-нибудь. Ну, короче, как получится, в общем. Домик для начала, в принципе, сойдет. Потом мы его перестроим. И все будет нормально. В данный момент я пока что буду играть именно на этом сервере. Так что, ребят, заходите, играем и повеселимся, и вы попадете еще добавок на видео. Видео, то есть. Так, давай сразу улучшим. Так, сюда поставим сразу дверные проемы. Так, так. Крышу сразу забабахаем.
Так, так, так. Так. Еще я поставим лестницу. Так, лестница вот такая будет. Тем временем тут по-быстрому нужно будет так вот закрыть. Давайте на всякий случай. Вот так вот, так вот. И закрываем. Сразу закрыли, все. Больше никаких хлопот. Так. Так, 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 сейчас продумать нужно. Так. Так, так и так. Сейчас для начала полностью закрываем, да? Давайте первый этаж, второй этаж, то есть сделаем полностью. По-быстрому. Деревянная же должна быть. Все правильно. Так. Дальше лестница тут идет. Вот так вот. Потолки везде нужно поставить. Дальше идет крыша. Нет, не тут будет стоять лестница. Так. Лестница, 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 лестница. Вот так вот. Вот, супер, теперь. Так, закрываем вот эту дырочку. И начинаем ставить крышу. Так. Ну же, ставься. Не хочет здесь ранка ставить. О. Вот так. О. Супер. И теперь нужно... Так, здесь 100% будет закрыто. И что это? Короче, сделаем вот так. Через камень пока что делаем. Слушайте, а я второй этаж смогу сделать? Вот, четвертый, то есть, смотрите, сейчас мы. Там лазить не смогу. Ладно, будет просто дополнительная защита. Да, мы возьмем все вот так вот, так, 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 крышу. Да. Ну давай, ставься. Вот, супер. Так. И здесь будет окошко. Все это у меня замечательно получилось. Так, это мы вот это мы снесем. А, нет. Ну да, и поставим вот эти вот. Вот так вот. И все, в принципе, можно теперь ставить, да. Ставим вот тут вот. Вот так вот. Ремонтный верстак. Так, у нас полочки вроде изучены, да? Так. Тут изучено. Полки не изучены. Трижем. Все правильно, да? Все правильно. Так, сюда ставим. И сюда. Так. Все правильно. Понаставили домик. Построили, то есть, домик. Так, вот сюда вот закрываем. Закрываем дверька. Да, вот так вот будет супер. Так. Вот так вот. Зашибись. Так, так.
вот это мы сделаем вот так вот, вот так вот. С другой стороны там вот выпирает, да? И вот тут поставим прям сундучки. И хотя бы один сундук. Сундук дайте мне. Вот так вот. Все норм. Вот это хочу расцветку. Чем ближе, тем лучше. Так, три сундука поставлены. Так, все, зашибись. А в эту сторону мы поставим. Я вот думаю, может мы вот это снесем и сюда вот поставим. Вот, зашибись. Теперь сюда можем выкладывать, а мы сюда сможем поставить еще один сундучок. Каким-то магическим образом. Не, не сможем. Вся беда. Ну хорошо, мы вниз его поставим. Так, сюда мы поставим тоже дверной проем. Потом мы вот эту всю комнату. Хотя мы ничего не будем тут делать. Так. Крафтим тут. Так, пошлите. Ставим второй этаж еще. Так, куда-нибудь вот сюда вот. Куда пока что скинем нам ненужные вещи. Так, у нас больше и металла практически нету. Ничего нету. Жестко. Так, и все там все закрыл. Так, еще это сделаем. Так, так. Посмотреть там нужно будет. Сейчас мы пойдем тут дом ремонтить. Вот так вот. Вот так вот. Не, не так хорош будет. Что мы еще не придумаем поставить. Вот так вот. Черт. Пофигу. Ну, в принципе, все. Ребята, вот такой мы домик построили очень быстро, на скорую руку. Я так думаю, вы оцените. Так. Вот это мы заберем. Вот это мы заберем. Так, ребят, давайте теперь для нашего украшения домика поставим, посадим семена. Так. Вот так вот. Несколько рядов. Посмотрим, что из этого выйдет. Сколько там было? 37. Я так думаю, это нормально будет. О, давайте еще тут закроем тут. Вот, чтобы не было видно, где я хожу куда. Вот это вообще красиво будет. Ну, вроде все, ребят. Вот такой у нас домик вышел. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всем удачи и всем пока.